Главный злодей. Ну, видишь, как я точно угадал, что это из мультфильма. Сразу же. Ну, теперь мы это видим, что в самой опасной зоне Вэлла. Ну и то пока 20 блайнов у него есть. На следующем уровне уже будет ему потяжелее. Ну вот как обновить версию мобильного клиента Poker Stars на этом? Это точно не к нам. Точно. Кстати, вот человек, вот Карбофос. Вот который интересовался Анимасаном, вот он тебе советует ставочку. Или ставочку. Вот теперь ты оцени ставочку. Миннесота, Оклахома. Ставка на Оклахому. Сейчас изучим. Ну, в общем, в баскетболе можно от противного ставить от меня, потому что все ставки, которые я поставил или хотел поставить, я все проиграл. NBA. Миннесота, Оклахома. $1.79 вижу дают на Оклахому. Так. Сейчас еще. Лимпово, но здесь банк неожиданно. Лимпи-лимпи. Залимпил Алексей с первой руки. Вот так вот. Неожиданно. Поставил на флопе 6-5-6, получил кол. От сидящего, от хайджека Джентили. Да. Лавушка, Илья, как ты думаешь? В этом сезоне три раза играли, и все матчи Оклахома выиграла. Но Миннесота сейчас на ходу. Миннесота, ну, как бы, это один из главных аутсайдеров, но выиграла два последних матча. С другой стороны, Оклахома выиграла три последних матча. Ну, Оклахома сильнее, конечно. Смущает одно. Что в команде Оклахомы все зависит строго от одного человека. Как сыграет Рассел Уэсбрук? Ну, он, конечно, гениальный игрок, без преувеличения, но все-таки не очень хорошо, когда в команде, ну, настолько все вокруг одного человека вертится. Ну, не знаю, я такую ставку ставить не буду, но плохого ничего не скажу про нее. Оклахома, наверное, фаворит, но примерно вот такой фаворит, как на них и дают, в общем-то, 1.79. То есть линия правильная? На мой взгляд, да. Все-таки Миннесота, вот, надо отдать им должное. Последние два матча выиграла. Причем выиграла у Хьюстона последний матч, который намного сильнее Оклахомы. Да, так видно было, что вот туз очень не порадовал Алексея. Что есть какая-то крутая школа дилеров, то я смотрю, прям приезжают из других стран на определенные турниры. Неужто на Багамских островах, я так понимаю, не так... Ну, конечно, не набрать дилеров. Конечно, турниров, никаких, конечно, шансов набрать дилеров такого уровня нигде, ни в какой стране. Уж тем более на Багамских островах, где не проводится покерных турниров. Соответственно, есть только казиношные дилеры, которые просто не могут раздавать на уровне не то что Алиса, а на уровне даже самого худшего. Я думаю, самый лучший местный дилер раздает хуже, чем самый худший дилер, который работает на чемпионатах Poker Stars. Вот так я скажу. Вело атакует. От стеков 20 блайндов. Вот меня уже, видишь, Илья, ты так, видишь, уже так, такую работу огромную проделал, что меня уже предлагают угостить ужином. Можно даже не угощать, я с вами и так вполне спокойно поужинаю за свои. Нет проблем. При встрече нет проблем. No, not you again. Нет, только не ты. Ладно. Thank goodness. Испугался. Слава богу. Wouldn't have been able to handle a sweat. Да, если бы ты закалировал, то все, я бы, наверное, не выжил бы просто. Не пережил бы этого. Oh, that changes everything.
How are you, right? For some of us, it doesn't matter how many white chips he has. I know. Yeah. I shouldn't have. To others, it's important. Suddenly, it's down to 600 and you forgot, and then... Илья, как вы считаете, если не самый опытный игрок часто пересматривает карты, скорее всего, у него разномастные и скорее нет пары? Нет, вот и раньше это была такая система, что человек проверял свои карты, когда он там флеш тянул и проверял, какая у него там карта, какой мастер. Сейчас, я думаю, это не Tails вообще. То, что человек пересматривает карты, это перестало быть Tails, чего бы то ни было. Вот Эллисон сказал, я просто не знаю, что такое Twitch. Объясните, что это такое? Вот кто-то, я там не вижу, кто это говорит, по-моему, Вэлл, что вот мои дети тоже твичем не пользуются. Такой хороший парень, мой сын. В общем, какая-то история, которая закончилась просто констатацией, что классный чувак. Можно ли... Это известная особенность отцов. Мне тоже кажется, что мои сыновья очень классные чуваки. Да. Где же объективность? Тебе они тоже нравятся. Да. Нравится. У меня даже есть такая фотография, где я с твоим сыном, когда ему еще нет года. На руках, да. Где-то у меня в коллекции. У меня тоже есть фотография, где я с твоей дочерью на руках. Когда ей нет года. Да. Недавняя фотография. Несколько фотографий даже есть. Несколько. И в разных возрастах. Когда нет года, там месяц есть, там полгода, там в разных временных стратах. Да. Что-то я зачитался здесь опять на вопросы. Здесь хотя бы посмотреть, кто был агрессором. Джентили из УТГ открывался, получил два кола. Ну, Хардер, да. Хардера мы гораздо сейчас чаще видим в раздачах. Ну, Джозефи. С большого блайнда решил, что... Три чека на флопе. Не разгоняется банк. Ну и вот закрывается флеш. Уточняет Алан Эллисон, чем же занимается Вела. Вела говорит, в финансах работаю. В финансовой сфере. Ну и дальше там какое-то объяснение, но поскольку он очень разговорчивый человек. Все чек, да? Да. Ну так чувствую, там финансы не поют романсы. Там с финансами, нет, я думаю, нормально. Особенно после того, как он выиграл 1 700 000 в одном турнире, миллион там. Я думаю, что если до этого какие-то небольшие сложности были, тоже сомневаюсь, потому что работа в финансовой сфере в Америке обычно предполагает, что сложности... Очень серьезный доход. Сложности не испытывал. Но вот после этого все проблемы были решены, я думаю, у Майкла Вэлла. Ну, как мы предполагали, он игрок-любитель все-таки. То есть даже после того, как он выиграл 1 700 000, явно он не подался в профессионалы. В отличие от Джона Дибелла. Как-то, видимо, несмотря на такой, вроде такой... фламбоинт поведение такое, знаете, раскованное. Ну, как-то он более, видимо, здраво подошел. Да нет, ну, Дибелл, это понятно, что он, во-первых, выиграл довольно много, во-вторых, я не думаю, что он много тратит, да, он так. Ну да, если он даже не играет за прямой бой-ин в турнирах по 10 тысяч. Можно ли при просмотре карт поднимать их со стола? Но это еще опасно, потому что их могут увидеть. Ну, кстати, я не задавался этим вопросом, Илья. А можно их вообще реально поднимать со стола, карты?
поднимать можно, нельзя. Правила таковы, что ты не можешь карты выносить за пределы стола. То есть ты, условно говоря, ну да, представь себе такой цилиндр, засунуть не можешь, да. Но вот так поднять ты их можешь, ну просто зачем? Чтобы их видели соседи? Ну как бы такой suicide bomber, что ли, или что? Thanks, man. $5. Yay. 50. Oh, 50? Yeah, I'm sure. Pretty funny. Вот интересуется наш постоянный зритель Максим Чехов. Был за границей, недавно вернулся в Москву. Интересует Сочи, там совсем шарашкина контора или уже можно туда заглядывать? В казино? Ну, там не шарашкина контора, там еще есть проблемы, скажем так, организационного характера, поскольку казино новое. Но то, что там нет никаких проблем там с выплатами и вообще с какими-то, ну, я не знаю, там. Ну, в общем, это не шарашкина контора, это очень солидная контора с западным менеджментом. Я был на пресс-конференции, посвященной открытию казино, то есть... Могу сказать, что это точно не шарашкина контора. Там как раз пресс-конференция была вообще наоборот такая, очень пафосная, с элементами гламура. Пела там... Кто? Приглашена была... Ну, ты не знаешь, потому что ты не смотришь «Голос». Ну, там такая... Ну, из «Голоса». Женщина из... Ну, из «Голоса», но она и до этого была известна. Такая Берешвили, по-моему, ее фамилия. Такая грузинская певица, ну, такого джазового плана. Так, интересно, что осилил одну ставку... Джентили, то есть... Казалось, на таком сухом флопе сам Бог велел выбрасывать, но значит как-то зацепился. Ну, дальше хардер ставить не стал. Чем на таком флопе довольно быстро закалировал. Ну, намекает, что туз у него есть. Да, я какие-то дро все изыскивал сейчас, прикидывал. Ну, дро какие-то. 3-5. Дро тут очень мало. Вот интересная линия. По риверу большую ставку ставит хардер. При том, что он чекнул терн. Очень интересно. Овербет, да? 575 мы поставил, в банке было 430. Да. Овербет, да. Ну, могу сказать вам, какую руку он изображает. Две шестерки. Ну, да, у было какое-то слабое дро. Видимо, король хай был. Так, судя по всему. Закалировал на всякий случай на флопе. Вдруг дочекаем до конца, и я окажусь старше. Но нет. Да, ты в дро вообще никакие не веришь. Ну какие дро? 2-3 и 3-5? Ну да. Ну, это настолько ничтожная часть его диапазона. Вот сколько комбинаций 2-3 и 3-5 и сколько комбинаций король-хай? Вот. Вот и весь ответ. Просто король-хай комбинаций намного больше. Потому что он почти всех королей защищает на большом блайнде. Ну да. Ну, похоже, ты оказался прав. Радуйся. В плане? Пес! В плане, что не закончим мы на этом уровне. И следующий нет, ну это была дармовая. Следующий перерыв будет, кстати, полчаса. Это была дармовая. Ну, это тебе все нипочем. А мой ужин совместный с Александром Орловым в китайском ресторане под угрозой. Под угрозой срыва из-за того, что тут люди не могут вылететь. А что, Александр Орлов уже вылетел? Нет, у нас все уже у него там перерыв на ужин. Мы с ним в постоянном контакте. Mm-hmm.
Самый короткий стек у Велы. Ну, на предпоследнее место опять опустился Клифф Джозефи. Он ставит периодически алыны, но часто ты их не ставишь, а в розыгрыш он не идет с его стеком. Ну, мне это как раз вот импонирует очень его манера игры с небольшим стеком. По-моему, близко к идеальному он играет с небольшим стеком. Все-таки огромный опыт сказывается. Может быть, математически он какие-то выгодные ситуации для рестилов упускает, но зато, так сказать, офлайн опыт ему позволяет избежать каких-то опасностей, я уверен. Вот заметил уже один из наших зрителей, что очень много коллируется свободные позиции Алексея. Но это особенность вот такая его игры. Ну, естественно, она связана с тем, что, в общем, не очень следил он за современными тенденциями покерными. Вот, действительно, он и со свободных позиций очень часто коллирует. Сейчас, в принципе, конечно, по умолчанию так не играют. Много чего закрылось. Но ни у кого того, что закрылось. Да, закрылось нет. Нет. Да, скорее всего, нет. Да. Совсем не из этой оперы карты. Ну, хотя, теоретически, какие-то две трефы я могу кому-то нарисовать. Ну, например, какие-нибудь две трефы. Например, дама-валет, дама-король-треф у Алексея. Почему нет? Дама-король-трефа, и он чекнул флоп позиции. Ну, он так играл, конечно, один раз, даже уже с готовым флешом. Ну, не знаю. Не верится что-то, если честно. Не верится? Чек-чек. Там... Победа. Там туз. Туз. Просто туз. Опять Глазль в шоке от кола со свободной позиции на туз 7 после рейза с УТГ. Ну, действительно, не оптимальная игра, будем честны. Но повезло, выиграл. Ну, вот пока Алексей вообще везет то, что когда он заходит в раздачу, он обычно выигрывает. Но опять же, вот не повторяйте это у себя дома. То есть после рейза с УТГ от чиплидера колировать на туз 7, особенно когда за спиной столько коротких стеков, не стоит. Делать этого не надо. Из чего сделаны различные кубки для победителя в покере? И это просто стекляшки и металл, или все-таки какая-то позолота? Ну, они, не знаю, это зависит. Они, как правило, вот такие все трофеи не очень дорогие. Это зависит, мне кажется. Существует такое мнение, что очень многие игроки в покер в СНГ – это корейцы. Что вы думаете по этому поводу? Впервые сталкиваюсь с такой версией. Вот мне особенно нравится, есть мнение. Вот всегда хочется услышать, чье. Да, Денис вот верен. Денис верен себе. То есть, как бы он любит вот зачитывать действительно даже вопросы, которые даже не назовешь абсурдными. То есть... Супер абсурдно. Но нет, я просто всегда хочу в ответ задать вопрос, чье мнение? Да. По мнению экспертов, еще вот так вот. Но самое британских ученых. Британских ученых. Да, британских. Вот это было бы круто. Есть мнение, вернее, по мнению британских ученых, многие покерные игроки в покер в СНГ, заметь, корейцы. Да, корейцы. Возьмет ли Спартак чемпионат? Ну, хотелось бы. Хотелось бы. Ну, вот это уже второй вопрос. Это к тебе, Илья. Тут Хардер выиграл. Сколько трипл-даблов сделают Уэстбрук в этом сезоне? Есть ли шанс замахнуться на вечный рекорд Робертсона? Не знаю. Я не знаю там абсолютных цифр. Поэтому я первый год только слежу. Я знаю, что он идет на рекорд по... трипл-дабл. Но... Дай бог, чтобы у него не было травм. Ну, как бы я не болею за команду Оклахома, просто в одной из фэнтези-лиг, в которых я по-прежнему на первом месте, у меня Уэстбрук в команде. Поэтому я слежу и за ним, и за этой командой. То есть в моих интересах, чтобы он делал в каждом матче трипл-дабл. Но объективно, конечно, такой темп по трипл-даблу он не сможет сохранять. И, ну, будет снижение, но сколько трипл-даблов у Робертсона, я, честно говоря, просто не знаю, поэтому ответить на ваш вопрос не могу. Про рекорды я пока слабоват. Все-таки я первый год только слежу.
Но уверенно мою команду он тащит на первое место. Ну, у меня там вообще в этой лиге у меня очень сильная команда. Просто повезло очень. Все игроки, в общем, у меня там. И Марк Газоль, который лучший сезон в году, лучший сезон в карьере проводит. И вот Брэдли из Бостона у меня там. Ну, Брэдли у меня в обеих командах. Но сейчас, к сожалению, вот Брэдли из Бостона получил травму. Болею очень за него, чтобы скорее он выздоровел. Очень важный для меня игрок. Но пока вот не может справиться с травмой. Сколько у тебя шашек? Все, вот, все мои, все свое. Ношу с собой. А ты знаешь вообще, Реш, такое комбофос? Ну, кроме шуток. Комбофос? Карбофос. Карбофос? Да. Не знаю, я думал, это какое-то удобрение. Правильно, почти. Умеренно токсичный пестицид. Ну, используется для, от таких вредителей, как тля, долгоносик, пилильщик, паутин. Да. Нет, какое удобрение? Ну, пестицид, ну... Это отрава. Ну, отрава, да. В общем, грубо говоря. Ну, удобрение обычно тоже отрава, если не для растений. Если ты как удобрение... Удобрение как отрава. Ну, не, ну, если, ну, это, я не знаю, ну, а его же как удобрение? Вот что, дел, что такое удобрение? Удобрение – это насыщение почвы полезными всякими, там, азотом, фосфором и так далее. Но оно же все равно токсично. Вот это то, что является удобрением, это же, ну... Ну это химические вещества, ну, да. Только, да, это химические вещества. Но здесь-то это просто уничтожение вредителей, это ну, другая. Ну, наверное, да. Ну, с химией у меня очень плохо, тут я честно. When he's on the shelf, he wants him to get his DOA. He's beating him up. I got nowhere else to go. Yeah, that's. Ну там защитил большой блайнд Расмус и ставкой забрал Алексей. Если бы вы делали ставку на победителя мейн-эвента, ну сейчас даже интересно, кто бы это был. Дебора Уингер. Конечно, сейчас я его ставил на Кристиана Хардера. Не, ты же понимаешь, что неравные коэффициенты. Ну, понятно, но все равно, как бы, я думаю, что выгодно на него ставить. То, что второй стек у Алексея, которому в хедзапе с таким опытным игроком будет все-таки объективно очень тяжело. У Джентили уже фишек меньше, ну а все остальные вообще бессмысленно ставить, потому что они уже отстали. Я бы ставил, разумеется, с интересным коэффициентом на Расмуса или на Джентили. Five. You got about a million. Ну, опять вопрос от квалифицированного зрителя. Дебел пришел поболеть, думаю, за Майкла Вэлла. Думаю, на его стороне его симпатии. Опять вопрос от квалифицированного зрителя. Кого возьмешь в турбо-турнире 9 макс на поздней стадии? Майкла Макдональда или Сергея Лебедева? Ну, возьму просто Сергея Лебедева, потому что он мой товарищ. Мне за него будет гораздо приятнее болеть. Майкл Макдональд мне не сват, не брат, а Сергею Лебедеву я с огромной... Ну, а кто такой Сергей Лебедев, на чем специализируется, да, мы знаем. С огромной симпатией отношусь к Сергею, знаю всю его семью, с детьми знаком, поэтому тут сомнений нет. Ну, может быть, я сомневаюсь, но вот особенно учитывая то, что сам Майк Макдональд говорит, что он растренирован, а как бы понимание игры Сергея Лебедева я оцениваю просто очень высоко. Вот я бы... Джентили, кстати, всерьез рассматривает кол. Сколько всего у тебя? Миллион. Ты так быстро all-in поставил. Так быстро. Ну, надо признать, что... Это ни о чем не говорит. Поклонник Янкис вообще все делает быстро. 990. Ну, я считал миллион. Миллион, короче. Последний раз у меня были два туза, когда мы были с тобой в этой ситуации. I sent it out to everybody. They said, "What are you doing? Play to win. Don't play to freaking get to the level." Я всегда исхожу из того, что надо играть на победу, а не играть для того, чтобы досидеть до конца уровня. Вот такой вот я, да. Колоритный дядька, конечно. Ну, третьего анекдота все-таки, я думаю, мы не дождемся. Все-таки все уже слышали. Что? Пас в открытую. Туз-дама у меня были. Ничего себе, туз-даму выбросил. А там туз-король. Ну, туз-дама отличный пас. Я бы не смог такой пас сделать с туз-дамой. Да, Джентили красавец. Да, Илья, а я вот так.
Для меня это business as usual. Ну, понятно. Ты же понимаешь, что в большинстве случаев в такой ситуации пас понимаю, да, понимаю, конечно, понимаю. Поэтому гордиться тут абсолютно нечем. А я и не горжусь, я просто констатирую. Да. Уходим на перерыв, полчаса будет этот перерыв, ну и затем вот четыре коротыша будут биться. Кто же все-таки, кого не выдержит боливар? Отдыхаем. Полчаса. Ну что ж, самый опасный перерыв. Перерыв 30-минутный. Во время этого перерыва нас кормят. Ну и, как обычно, в общем, за это время я потерял своего напарника. Потому что, конечно, когда кормят, тем более кормят бесплатно, то, конечно, Денису очень трудно вернуться к работе. Но вот все-таки, после, так сказать, пропустив полчаса, он все-таки вернулся. Вот, ну сейчас, знаете, тяжело ему так, сидит еле-еле, вот, пока непонятно, может ли говорить. Могу. Как раз я вот всегда опасаюсь переедания, так что вот все, грамотность была сделана. Ну что ты тут рассказал, Илья? Только про себя рассказывал. Про меня не надо. Вот ты лучше расскажи, что у нас творится. Ну, в общем, готовимся к игре. Да? Готовимся к продолжению. Готовимся к продолжению. У четверых игроков из семи стеки меньше 25 блайндов. Но с другой стороны, вот, конечно, когда 4 таких вот маленьких стека, и при этом, ну, тот же Алисон вообще очень мало, очень тайтово играет, вот, то тут есть вероятность того, что вот люди будут друг друга как бы пересиживать, и за счет этого. Игра затянется, и стейки будут еще усыхать, что называется. Но можно какое-то столкновение в таких стеках состояться уже и в одной из первых раздач. Ну, в общем, скажу, да, что здесь вылет уже кого-то из... Ну, нам нужен один вылет. Вот здесь он, конечно, более вероятен. Значительно более вероятен, даже так скажем. Ну а для чип-лидеров, их трое фактически сейчас, Кристиан Хардер, Алексей Апалихин и Майкл Джентили, для них раздолье, потому что очень тяжело их соперникам сопротивляться. Без карты. А карту раздают редко. Защищает Джентили большой блайнд. Тузов много здесь у Хардера. Ну, вау. Канадец за флоп совсем не зацепился. Ну, да, забавно тут у нас в чате. Англоязычные зрители также интересуются, почему не показывают карты. И вот какой-то там тролль, значит, в Твиттере, видимо, ответил одному из вот таких людей, которые интересуются. Можно увидеть карты, закрытые карты игроков, нажав Alt F4. Неплохо, согласись. Да. Представляешь, так вот смотришь трансляцию, нажал Alt F4, хоп, трансляция пошла с открытыми картами. Это шутка, уважаемые зрители, не проверяйте. Вот мне проще, у меня нет просто альта на клавиатуре, потому что у меня MacBook. А вот Денис может проверить. Могу, но не буду. Кстати, я забыл, что это команда Windows означает. По-моему, закрыть все окна или что-то такое. Скажу честно, ни разу я не пользовался за всю жизнь. Здесь, кстати, вот что-то у меня вопрос иногда так трак, пум, и все. Я понимаю, что еще вопрос это уже задали еще, а вот у меня какие-то тормоза. Приходится прокручивать. Вконтакте барахлит. Да, не исключаю, что так.
Да, вот я так и думал, что уже пошло много других вопросов. Зачитаю комментарий нашего зрителя. В Сочи все круто выглядит, но работают дилетанты. Много грубиянов за столами, сидя за столами, на которых никто из казино повлиять не может. Может, все изменится к летнему сезону, но сейчас наблюдать за этим немного смешно и как-то несовременно. Вот интересно, как у нас разнятся мнения наших зрителей. Вот другой человек наоборот на опелку предлагает ставить. Вот так. Сколько людей, столько и мнений. Ну, а если к покерной тематике перейти, то вот он спрашивает, может ли No Name войти в игру по самым высоким лимитам, допустим, в Венишине или в Вегасе? Уже что войти? Ну, сесть, да. Конечно, только хочу, рады ему хочу будут. Сыграть, да. Прибегут все с ним играть. Ура! What's the other win? Может быть, там, и не знаю, значит, Бобби Срум, но очень-очень мощная игра, я так понимаю, в этом году и шла в Арии, да? Там регулярно какая-то игра, там под какого-то бойца, откуда я забыл, из Австралии, там собирались просто, да, очереди. Ну, технические вопросы, опять же, Илья, к тебе, поскольку ты гораздо чаще играл. Мой стэк 37 тысяч. Перерыв. Во время перерыва идет ликвидация фишек номиналом 1000. После замен... как заменит 2000? Очень странная ситуация, так не бывает просто. Фишки 1000, ну, на очень поздней стадии... потому что анте должно быть, даже для анте не нужны 1000, то есть анте должно быть 5000, чтобы исчезли, ну, в общем, 30... исчезли фишки 1000, должно быть анте 5000. Если анте 5000, то значит блайнды минимум 30-60, то есть у вас один блайнд, ну тогда вам уже не важно, что с вами, с вашими 37 тысячами. Ну ладно, ставить. Короче, 2000 как обрезают, вот я думаю, что вопрос в этом. Ну, проводит так называемый чип-рейс, но только у вас не 337 но тысяч, не 300, а, наверное, 377, как минимум. Потому что 37 тысяч — это один блайнд. 337. Ну да, я понял. Ну, в общем, короче говоря, ладно. Короче, 2000 как обрезают? Чип-рейс проводится, раздают и по старшей карте определяют. Ну, то есть вот эти 1000 все собирают, вот, допустим, и лишние 1000, которые не на что менять. Допустим, получается этих лишних 1000 на 3 5-тысячные фишки. А за столом 8 человек раздают, значит, ну и смотрят, вот из этих 8, например, твоих было 2, а у кого-то вообще не было. Тогда на него карту не раздают, а тому, у которых дал 2 фишки, ему 2 карты раздают. Ну и дальше по старшей карте, как бы, вот, соответственно, 3 старшие карты принесут вам по 1 5-тысячной фишке. Видишь, тема удобрений и удобрений. Также вызвало, так сказать, большое брожение в умах. Я слаб в химии, поэтому я не претендую совершенно. Почему не показывают карманные карты? Yeah. Говорили, за финальным столом будут открыты. Завтра будут открыты. Завтра. Это не считается финальным столом. What? Followers? On Twitter? I said a million. Oh, a million. Yeah, I mean, I don't know what's a big number. Yeah, that's so somebody tell me what's a big number. Do celebrities even have that many? Хороший покерный игрок, но плохой человек. В аду его всегда вылетает на бабли или его тузов пережает? Я думаю, ада самого по себе просто достаточно. Да, ну, про длинную бороду здесь так неплохо наш автор, один из зрителей задает вопрос. По мнению британских ученых, длина бороды указывает на мудрость человека. Вопрос, когда Илья Городецкий получит Нобелевскую премию? Но он ее без конца обрезает, понимаете, он ее не отращивает. Есть ли профессиональные игроки с бородой больше, чем у ZZ Top'а? Ну, в Америке, наверное, есть, мы просто их не знаем. Ну и ZZ Top, естественно, не профессиональный игрок, а любитель, как вы понимаете. Это
наблюдаю, что неожиданный финалист в одном из турниров. Так, нежданно-негаданно как-то. Не ждал я этого человека. Да, не ждал. Он Кузнецова обыграл вчера. Не ждал я его в финале. Да, я думаю, сам Эванс себя не ждал в финале. По-моему, Тима обыграл еще. Да? И Тима, и потом вчера Кузнецова в упорной борьбе. Могли россияне две стартовые недели. На прошлой неделе тоже был Данил или Даниил Медведев. Не самый предсказуемый финалист, мягко говоря. Но вот Кузнецову не удалось в первом же своем турнире года выйти в финал. Проиграл вчера. Не, ну он там еще играл. Нет, ну да, на первой неделе играл, да, согласен. Сегодня болеем за россиян, чтобы пробились Донской и Рублев. Все-таки неплохие теннисисты. Было бы здорово, если бы оба пробились в основную сетку Australian Open. Познакомился я недавно с человеком, вот, который играл в основной сетке. Лично познакомился с человеком, который играл в основной сетке Australian Open и выиграл в первом круге, то есть прошел круг. Ну, то есть так вот вроде, наверное, для людей, которые не разбираются в теннисе, кажется, что такого. Ну, а для меня это, ну, реально было событие, потому что это, конечно... Вот. Обыграл, кстати, Дудиселлу в первом круге, этот человек, с которым я познакомился. Да, но сейчас где Дудиселлу? Дудиселлу-то сейчас в порядке. Ну да, но тот тоже был бы в порядке, если бы не травма плеча. Не может играть просто. Так-то видно, что очевидно, что большой, очень способный был парень. Вот. Но во втором круге, говорит, попал на Вердаска. Это, говорит, вообще без аутов. Терминатор. Просто. Да, без аутов было. А какой это был год? 2009? Не, мне кажется, позже. Сейчас посмотрю. Там, я забыл, в каком году Вердаска там в полуфинале с Надалем 5 сетов катал. Там вот. Запомнился. Тогда, наверное, Вердаска играл вообще. Ну, хотя, как знать, может, сейчас он еще сильнее играет. Думает, Хардер. Да. Ну, я уже там сказал. Причем Хардер поставил 3-бет, что да, удивительно. Да. До конца не... Хардер поставил 3-бет в блеф против Джентили, но Глазель за его спиной поставил All-in, и Хардер думает, просто не закрыть ли ему по шансам. Я, кстати, не верю, что это такой уж прям блеф. Ну, там иначе, если бы это было, если бы у него была genuine hand, как ты говоришь. Неплохая. Пограничная, мне кажется, какая-то такая рука. Ну, что-то, мне кажется, все-таки он склоняется к пасу. Могу быть неправ, но что-то мне подсказывает, что он склоняется к пасу. Ну, хорошую руку здесь нельзя выбросить. Да, ну тут так все-таки и хочется, и колется. Ну, тут еще вопрос, а точно ли у Глазеля что-то прям такое? Ну как, перед ним рейсер и рейс. И он ставит all-in, при том, что у Вела еще короче стек, чем у него. Нет, у него хорошее. От? Коллюжн. Сговор. Эти ребята в сговоре. Две десятки, я думаю, туз дама он здесь ставит. Слабее уже не ставит. Две девятки уже сомневаюсь, что он бы здесь поставил алым. В 2010 году. Ну вот это украинский игрок Иван Сергеев. Вердаска был 9-й сейный тогда. Бублик перешел под знамена Казахстана, но все равно за него тоже буду болеть. Да, ну вот, конечно, результат матча Вердаска-Сергеев, ну да, понятно. Вот Иван мне и говорил, что, в общем, ну, нереально было просто с ним играть. 6-1, 6-2, 6-2, да. Ну, вот Селла он обыграл 6-3, 7-6, 4-6, 7-6, то есть в упорнейшей борьбе. При том, что Селла такой подаван, то есть два тайбрейка у него выиграть. Неплохо. Ну, подаван громко сказано. Ну, такой острого такого, да. Плана игрок. Но сейчас, мне кажется, Селла играет гораздо сильнее, чем тогда. Вердаска в четвертом круге тогда проиграл Давиденко. В пяти сетах. Дошел до 1-8. В тот год. Да, мне кажется, с Надалем было попозже. Может, пораньше. Вот, конечно, смешались все эти матчи, когда он в полуфинале с Надалем играл.
Ну и Вело, самый короткий. На предпоследнем месте Клифф Джазефи теперь. Расмус Глазель снова поднялся на четвертую строчку. Almost. It's amazing what pleases him. I wonder which one of these is the six and which one's the two. That's what I'm wondering. Which one's the six, which one's the two? That's what I'm wondering. One falls. Three falls. Four raises to 135. Five falls. Больше трибетит, на мой взгляд, надо Алексею. Он почти не трибетит. Если вот он этот компонент еще добавит в свою игру, конечно, это будет большое преимущество. Потому что все-таки он очень... Ну, часть тех рук, которые он калирует, идет на постфлоп, он мог бы трибетом просто сразу забирать. Но он почти не применяет этот прием. Ну, а Джентили очень часто защищает свой большой блайнд. Уже что-то такое, что-то подобное мы видели совсем недавно. Но на сей раз что-то есть. У канадца. Вот так. Совсем что-то перестали. Джентили мог попробовать добрать, конечно, по риверу, но так. Решил, что лучше он блеф будет ловить, но блефа не последовало. Ну, стеки вот, хитро разыграл, молодец. Стеки лидеров подравнялись. Кроме чека риверов, где хитрость еще. Вроде все стандартно. Защитил большой блайнд, поймал топ-пару, защитил. Ну, туз валет все-таки. Ну, он же не может с хардером при флоп-войне вступать. Четыре человека сидят, пересиживают друг друга. И он в этом смысле у них у всех, как бы у троих лидеров тоже в определенной степени связаны руки. Ну, кстати, сейчас пойдет, да, игра такая, думаю, довольно вязкая. У этих связаны руки, у тех связаны руки. Ну, похоже, готовится рейс. Джозефи Банзай Талын. Ну, что-то мне подсказывает, что не будет закрывать Алексей этот Талын. Ну, слишком лузово закрывает Алексей. Причем вчера он выбрасывал там на лыны там меньше 10 блайндов, но сегодня закрыл на дамы 4, 10 блайндов. То есть... The first hand from this 3 hours for me, yeah? Я вроде не рейзил целый час. Wow.
Ну, у Джозефа здесь, конечно, очень хорошая рука. You know what I think. Ну, я знаю, что у меня. Пас, пас, да, пас. Правильно. Yeah, I know what I have. I don't want to say it's queen, but... Правильно. Опять. Вела опять за свое. Сговор! Collusion! I didn't have aces or kings. How about queens? It's in my range. I did not have aces. Ace king suited. Who had ace king suited? Ace king suited. Yeah, you? Ace queen. King suited? No, no, I'm talking about him. Oh, you? No. You. Name the suit. Расмус прям всполошил. Что? У тебя были туз-король одномастные? И ты что, сбросил? Да нет, нет, я о нем говорю. 40. 40 is 140. 5 folds. 6 folds. 8 folds. 9 folds. 1 fold. You have ace king? No. 140? Yeah. Вела защищает большой блайнд. I will check. Я чек в темную пока. И буду смотреть на тебя, как будто я Майк Макдональд. Но этого он не говорил, но сделал. Ну, типичный Майк Макдональд, постаревший, да? Одно лицо да. Просто. Миллион. Да, мне не важно, сколько у меня. Ничего нет вообще. Что там? Флэш? Вот смотри. Флэш. Просто флэш слопа. Флэш поймал. Yeah, let him hang himself. Actually, I did check. He checked mine. I checked dark. Yeah, he bet. Yeah, you checked talking about. Oh, that's right. Then I checked. It just happened. Это уже забыл, забыл, что он делал. Break. I better get some more sugar in me. I think so. Annie, please. Thought my memory was gone. Yeah, that's mine's really blood sugar. If I say you want 10 more. That's really bad. My long term is great. If you had to choose, would you rather lose long term or short term? Long term. Long term. I mean, I remember phone numbers that are meaningless from 45 years ago. I remember phone numbers. По волнам нашей памяти. Вот люди говорят, вот помню номера телефонов, которые еще 45 лет назад были, а вот кое-что уже стал забывать. Да, вот это верное замечание, что сейчас уже молодежь номера телефонов не помнит. Да, нет смысла. Да. Ну, так понимаешь, что иногда это может пригодиться. Опять all-in ставит Вело с малого блайнда. И пас. И уже у Эллисона самый маленький стек, потому что все ставят all-in, а он-то нет. Да, вот, видите, у Эллисона 18 блайнд. Илья, ты приехал в игорную зону в Калининград, если там будут проводиться турниры по покеру? Я бы приехал, просто мне интересно, я никогда не был в Калининграде. Ты Светлогорск, да, там есть такое место, говорят, там просто очень красиво, интересно. Вот у меня сестра недавно туда ездила. И родители там отдыхали, по-моему, как минимум один раз, а может быть больше. Так что я бы с удовольствием просто съездил туда. Поводить клювом.
посмотреть Балтийское море. Да, ну, конечно, не самая радостная картина на него глядеть, но у каждого свой вкус. А вот, кстати, вот игрок вдогонку. А могу я встать, когда захочу? Вот в эту дорогую игру сесть и встать, ну, уйти. Обычно, если вы в плюсе, то вы должны играть минимум 2 часа, но это как бы такое неписанное правило. Неписанное, заметь. Хит-энд-раннеров не любят, да. В Сочи, по-моему, час. Это, кстати, вот в новом казино. Но если вы в минусе, конечно, вы можете встать любое время, хотя бы после первой раздачи. Проиграли раздачу и все, встали. Спасибо, я пошел. Good stuff. Вот вопрос, Илья, на повал тебя бьет. Уверен, что ты не сможешь ответить на этот вопрос. Как ты относишься к музыке ZZ Top? Просто не слышал. Честно говоря, не слышал никогда в жизни. Я слышал без большого, так сказать, без стона. Ну, если уж сравнивать покер, то я считаю действительно не с шахматами, а уж лучше с нардами, где действительно присутствует удача. Здесь я соглашусь с нашим зрителем, постоянным уже. Fold. Yeah. Yeah. I slept insane. And then... Oh, you were calling a shot. Is that it? And that's 130, 112. I would be big shot though. Three folds. Вот еще один наш постоянный зритель спрашивает, а чем приходилось жертвовать игрокам ради достижения в покерном, ради достижения высоких целей? Ну, я думаю, что это вопрос такой общего порядка. Ради достижения высоких целей очень часто приходится жертвовать, там, я не знаю, свободным временем, личной жизнью. Этот список можно продолжать вечно. Я думаю, кстати, покерным игрокам приходится меньшим жертвовать, чем, например, спортсменам. Ну, разумеется, спортсмен такого высокого уровня, чемпионского. Очередное противостояние между Джентили и Хардером. То есть большинство раздач мы видим между ними. Да. И они перемежаются алынами. Да, когда флоп, это Джентили и Хардер. Не очень интересно. Победа Хардера. Hey Mike, way to make it easy. Oh, I've been folding them. Different situation for you. Yeah. Folds.
Ну давай, Алексей, по просьбе, по просьбе Ильи Городецкого. 3 бет. Пас. Ничего нет. Да. Проходит. К сожалению. Как даже, я раньше любил да. говорить, ты меня упрекал. Все время. Блокера нет даже. Так что не с чем делать. Смотри, Денис натаскался уже. Да. Про блокера что-то бормахрюкает. Даже блокера нет. Если бы хоть был блокер, можно было сделать трибет. При случае, ну. Shuffleboard over here, you are at these things. Ну, здесь топ-то никуда не торопится. Most of us are thinking about poker. It's amazing what goes through his head. This game is boring. Now, for a cash game, I'd do the same thing. You just bet a lot more. 135. Play a lot of cash, huh? A decent amount. Yeah. Теперь Глазл делает рейс. Ну, а здесь, здесь, кстати, сейчас будет много такой игры. Рейс, все пас. Ну, или там вот большой блайнд будет периодически защищать. Ну, Джентили всегда защищает свой большой блайнд. Уже могу сказать, 100% защищает большой блайнд. То есть придерживается таких самых современных тенденций. Джентили, да, широко очень защищает большой блайнд. Я уже не припомню, когда он последний раз большой с ББ выбрасывал. Не, он ничего не вообще выбрасывает, не выбрасывает, видимо, да. Я думаю, что ничего не, не выбрасывает. Ну, как правило, не очень хорошо попадает он. И вот здесь все-таки решает поставить. Забавно, мне вот это вот кажется такой дырочкой, я бы сказал так, ликом в игре Глазеля. Он очень, он не борется за банки, где он делает префлоп рейза, и когда он не попадает во флоп, он как бы даже не пытается забрать. Ну тут, правда, может быть, эта доска, эта раздача не очень подходящий пример, потому что тут, ну, структура доски была не очень, но он вот как-то легко-легко сдается. То есть вот каких-то маленьких банков, вот постфлоп, мне кажется, ему стоит больше за них бороться. Подцепче, подцепче. They don't rake it now immediately, do they? No. Yeah. So it's my responsibility to pay the taxes. Yeah, it's my responsibility to pay the taxes. Вот здесь можно, здесь вот то, что они говорят, вот вы слышите, да, что-то там они обсуждают, что сразу налог не взимается. То есть теперь уже это обязанность платить налоги ложится на игрока. Ну, я не знаю, о какой конкретной серии они говорили, но вот... Ты ничего не слышал об этом, Илья? Я не... О чем? Ну вот как раз... говорил Вела о том, что они теперь... Вот я не знаю, кто они. Ну, речь, видимо, идет об Америке. Теперь не снимают ничего с игроков, я так понимаю. И дальше уже обязанность ложится на них самих. Платить так налоги. Всегда и было. Нет, я помню, прям снимали тут же на ФСОПе. Нет, никогда. Ну, с американцев не снимали никогда, естественно. Может быть, снимают сразу только с теми, у кого не подписан закон о запрете двойного налогообложения. С израильтян, с белорусов, вот, по-моему, с норвежцев, ну вот с таких.
Но, по крайней мере, Вела говорил, что типа больше не. Напомнят. Ну, Вела, я думаю, небольшой эксперт в этих делах. Он же финансист. Ну да, но не покерист. Напоминают нам как раз вот то, что мы уже рассказывали. Турбо-чемпионат по онлайн-покеру с 18 по 29 января. 65 турниров, но ждите, ждите тех турниров, в которых сыграет Денис Григорьев, если, конечно, какие такие будут. Это сразу как бы повысит ваши ожидания. Не сильно, да, но повысит. Вот как раз турбо я бы раньше сказал, ой, а вот сейчас наоборот, меня это я заинтересован, потому что турниры быстро довольно проходят. Ну вот Эллисон уже пора что-то предпринимать, у него уже осталось 16 блайндов. Да, и главное, одни беленькие остались. Остальные-то что-то пытаются делать, он просто вообще, просто ждет. Полтора. Пас. Ну, Эллисон мой верный ученик, понимаешь ли? Ну, если нет, ну нет картона, что же делать? Надо терпеть. А что ты, кстати, предлагаешь Эллисону делать с его стек? Ставить алыны периодически. Ну, если не с чем. Все равно ставить? Нет. Отказать. I don't know anything about cars, to be honest. So I'm just curious. I didn't order it today, if you wondered. That'd be awesome. Hey. Good to you. I'm gonna let you have this one. Not even gonna fight for it. Wow. Yeah, obviously you're gonna play that one. No, there's this thing in Norway. There's always 100% tax on cars. I think it's about 100. So they're really expensive. And then on electric cars, there's no tax. They're like promoting it for years. Now everyone is getting electric. Yeah, it's like the electric car country now. And there's free parking. Вот меня спрашивают, что я слушаю, что у меня в фаворитах. Но я сказал уже, что я слушаю очень разную музыку, так по ходу жизни какие-то композиции мне нравятся, я их всех там складываю в определенную папочку, ну там накопилось у меня штук 250, наверное, грубо так, 300, самые разные. Ну, люблю там транс, люблю хороший, инструментальную музыку люблю, там, например, я не знаю, Сен-Прё какого-нибудь. Ну и всякий поп слушаю. Ну, а если альбомами, то, как правило, какой-нибудь Beatles. Ну, в общем, очень широк круг у меня интересов. Классику тоже жалую. Какой-нибудь ХТК так под настроение тоже могу вполне послушать. Что такое ХТК? Хорошо темперированный клавир. Oh, yeah, 1.6. О, вот, делает рейс. Эллисон, 125 тысяч. Вот стека 15 блайндов. Да, вот Матеус бы экшена создал за столом. Это верно, да. Это верно. Но да. Его закалечил старина Шейн. Еще вчера. Ну и, конечно, я еще как отдаю дань вот французской музыке, поскольку учил французский язык в юности, конечно, очень мне нравится французский, ну, можно сказать, шансон, да, очень нравится там, Азнавур, например, очень нравится. Как разместить раздачу 7 червей? Бум, понятно, что дальше делать? Отправить в Твиттере с хэштегом PokerStarsWin. Ну, если вам совсем с бумом непонятно, то вы просто сделайте скриншот и отправьте в Твиттере с хэштегом PokerStarsWin. Я просто, честно говоря, сам бум никогда не пользовался, но думаю, что если бы пришлось, разобрался бы.
Как вы относитесь к современному кинематографу? Как сказал Скорсезе, он умер. Будущее только за сериалами. Но я думаю, большой мастер все-таки слегка преувеличивает. Ну, при этом он сам снял фильм «Молчание», который, наверное, даже будет номинирован на «Оскар». Так что он, может, и умер, но почему-то он в сериалы не уходит, а снимает по-прежнему кино. Вот мы уже обсуждали, что братья Коэн, наверное, самый талантливый из ныне живущих таких вот режиссеров, которые делают, ну, скажем так, массовое кино, да, потому что, наверное, есть, конечно, режиссеры просто, ну, вот, типа Сакурова, условно говоря, который, к сожалению, ну, мне такое искусство, к сожалению, слабо понятно, но в отличие от... Ну, почему же к сожалению? В отличие от Дениса, я считаю, что это мои проблемы, а не Сакурова. Ну, неважно, в общем, из массовых режиссеров, наверное, вот Коэн и самый талантливый, они тоже будут делать уже сериал, то есть, конечно, сериалы, которые дают возможность, как бы, развить и лучше показать. Я думаю, дело даже не в этом. Я думаю, что все-таки кино в большей степени бизнес, в большей степени, гораздо больше. А все-таки сейчас кино стараются делать так, чтобы как можно больше детишек на него ходило. Это, конечно, вот очень серьезный перелом в киноиндустрии произошел. Ну, может быть, да. Ну, не знаю, что все равно братья Коэна под любой свой проект деньги им дадут. Кто угодно. Это но до кассовых рекордов им далеко, как сам понимаешь. Понятно, ну так они, а у них и бюджеты не блокбастеры, понимаешь? Там что, только на зарплаты актеров, ну, грубо говоря, понятно. Ну, там, кстати, между прочим, я думаю, что многие актеры у них рады очень-то большие гонорары да, снятся. Да, конечно, поэтому не знаю, то есть как бы просто, ну, не знаю, там даже в 8-серийном фильме, ну, можно намного лучше раскрыть образ героя, чем просто в полуторачасовом там или в двухчасовом фильме. Так что просто больше возможностей, мне кажется. Ну вот один из самых таких нашумевших сериалов последнего времени, там «Настоящий детектив». Там все-таки, ну, очень трудно вот такую историю именно, ну, с таким, да, это... погружением в личности вот этих героев, ну, которых играют Харрисон и МакКонахи, да, уместить в фильм. Ну, было бы намного сложнее. Это нужно что-то типа «Однажды в Америке» снимать, да. Который идет 3,5 часа, 3 часа 40 минут. И полностью провалился в Америке. В прокате, разумеется. Прокате, ну, а как? Да. Ну, действительно, в кино ты сам понимаешь. И опять же, аудитория какая ходит в кино сейчас в основном. В кино, в принципе, и... заклинило меня. Что в кино? Ну, с Фрименом и с Бриджесом, как фильм называется, который тоже в прокате провалился. С Фрименом и с Бриджесом? Ну, про что он хоть? Ну, про тюрьму. Побег из Шоушенка? Да, Побег из Шоушенка. Бриджес там при чем? А, Робинс. Я их путаю. Потому что я вот очень люблю фильм такой «Дорога на Арлингтон». Ну да, да. Фильм отличный. И они там оба играют, и я почему-то после этого фильма стал путать их фамилии, да. Там Бриджес хороший, а Робинс как раз плохой в «Дороге на Арлингтон». Да, ну, фильм хороший, да. Ну, и очень такой необычный для американского очень, да, кино, в том смысле, что там не то, что хэппи-энда не получилось, там вообще совсем его не получилось. Какая-то жесть вообще. Я просто был искренне очень расстроен. Что ж так несправедливо-то сложилось? Так, ну теперь у нас пришла пара. Кстати, Хардер, да, действительно очень активно. Но теперь Джозефи на защите Большого Блайнда. Ну, Джозефи, я думаю, более поуже защищает свой Большой Блайнд, чем, например, Джентили. Поуже. Но особенно с таким стеком. Да, особенно с таким стеком, я хотел сказать. Ну, плохая карта для Джозефа, в том смысле, что если у него дама, то опять же вот из-за этих всех ICM дел, вот если сейчас там поставят еще раз Хардер и по риверу All-in, то очень тяжело будет Клиффу. Только с дамой 3 или с дамой 8 будет полегче. Но я думаю, что это бы руку он мог и... Вот это, кстати, очень хорошая, опять же, для Хардера карта. Опять же, ну вот чек, допустим, Клифф. Ну, он почти всегда здесь чек, я думаю. И ставка. All-in. Ну, да. Просто такая... All-in. Overbet. Под All-in. И вот что делать, как бы. А Эллисон сидит.
Да, ну, хардер, конечно, в этом смысле. Какой-то софт. Так, ну что там у тебя? Одинаковые руки у них. Ну, вот не знаю. Ну... Должен был all-in поставить, превратить руку в блеф. Да, но опять же, вот, ну, вот это, на мой взгляд, как бы проблема. Ну, хардера, ну, вот любой такой современный европейский игрок, ну, терн он обязан ставить. Ну, понятно, что даму валета он не выбьет, но... Но с какой но стати? Короля надо. Нету соперника. Ну, мы должны добирать. Ну, надо ставить терн. Я просто убежден в этом. Ривер, да, уже как бы превращать руку в блеф, там ставкой нет смысла. А терн, ну, я уверен, что надо ставить. Ну, может, я не прав. Опять же, это я уже сейчас слаб в этой игре. Я как любитель книг тут заинтересовался. А переведена ли на русский язык книга Winning Poker Systems? Не в курсе. Да, но вот тот факт, такой что... Книжки не знаю. Нет, ну я и не удивлен. Знаешь, почему я не удивлен? Илья. Потому что оно было написано еще до твоего рождения, понимаешь? Вот. Ну да, тогда я думаю, не стоит ее читать, да. Не стоит, да, 100%. Думал, может, я что-то упустил там из таких вот интересных новинок. What? You can fold the big one? Nine fold. Very bad. Haven't seen it yet. Белый уже, видишь, наколошматил себе такой стек, что уже теперь с алынов на какие-то уже не только алыны может себе позволить. Да. Ну, у него уже почти 30 блайндов. Все хорошо. Прекрасная маркиза. И хороши у нас дела. Ни одного печального сюрприза. За исключением пустяка. Да. Так, ерунда, да. Такое дело. Пустое дело. Было что? Да, ну вот вообще, честно говоря, по такой игре... Нет, до, вернее, по такой игре все-таки в самой большой беде Алисон. В самой большой беде тот из них четверых, кому первым раздадут кулер. Ну, правда, надо признать, что сейчас, конечно, шансы Велы и Глазеля выглядят намного импозантней. Да. Я в жизни столько пасов с баттона не делал. Ну, именно на баттоне все время Клиффу раздают какой-то мусор. Вот, встал из окопов, а весь рост из топ. Нет, он просто показывает свой стек. Говорит, меня отсюда не видно, сколько у тебя фишек? Я так ждал, понимаешь, я так жду олына от Зизи Топа, что... 150 тысяч олын. Кол. Удачи. Nice. Какой-то кулер. Отличный кол. Ну, видимо, там тузы, что ли? Это такая ирония. Это троллинг. Ну, троллинг, да, троллинг. Ну, кулер. Мне нравится хороший кол. Серьезным видом. Ну, он троллил еще, когда мы с тобой только правила покера учили. Он такой тролль с 10-летним стажем. Если не больше, да? Ну, совсем ничего не заходил на финальном столе Элиса. Ну, понятно, что он может еще выиграть сейчас, но ничего он не мог сделать. Понятно, что если бы ему что-то заходило, он бы ставил алыны. Вот, правильно. Сматываем. Вообще уже снял, смотал. Опытный. Молодец. Так. Оп. Вот, но похоже, не поможет. Трефа только. Клаб, у тебя, клаб, да, трефа, приятель. Не торопись. Ну, 4-4, ну 4-4, ладно. Это вряд ли, а вот трефа, why not? Я такое видел неоднократно. What do you think, Michael? You want me to come out there for the sweat? You hit the ace yesterday. That was a one time. Maybe this is a big one time. Okay. Just need a club, right? All right. Game out.
Ну что ж, бесспорно лучшее достижение в карьере, даже если тогда за 16 место он, может быть, и получил даже больше денег, чем сейчас за 8-й, потому что и турнир был дороже, и народу было больше. Вот, но за 8-й или за 7-й? За 7-й. Да, но он тогда 80 тысяч вышел, за 16, но он там турнировал по 10 тысяч. Все равно это, конечно, наилучшее достижение. Ну а мы поздравляем и Расмуса Глазеля, конечно, но его поздравит вот девушка его. Так вот. Вот, да. Жарким поцелуем. Да. О, вот с этим поцеловаться не будет, я уверен. Друг, друган какой-то. Норвежский друган, да. Ну а мы поздравляем россиян. Янин Алексея Полихина, он стал всего лишь третьим представителем России, кто вышел на финальный стол на турнирах, проходящих на Багамах. Присоединился к хорошей компании Андрей Шатилов и Владимир Троиновский. Лидирует Кристиан нет, лидирует Майкл Джентили после того, как он выиграл от Талын. У него 6 100 000, а у Хардера 5 900 000. Да, то есть, не зря Джентили брал, в общем, я понял. Ну и у Алексея великолепный стек, 4,5 миллиона, очень комфортная позиция. Ну а Веле, Глазелю и Джазефе предстоит, наверное, по крайней мере, в первой части официального финального стола, который начнется завтра, вот во сколько, ну нам сейчас напишут, да, на экране, мы, честно говоря, просто не в курсе. Вначале все-таки им предстоит борьба за 4-е место. Ну, а мы сегодня работали, как всегда, с Денисом Григорьевым. Сейчас буду пытаться заставить его пойти в ресторан. Я тут даже отжимался ради этого, но вряд ли сработает. В 21 час по московскому времени мы завтра начнем рассказ о финальном столе этого турнира с открытыми картами. А пока хорошего дня, отдыхайте. Кто только ложится спать, спокойной ночи.